А сейчас новости спорта. Рубрика «Лыткарина спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Славянское подворье Л». Новости футбола. Сломанные стрелы. 29 июля на стадионе «Полет» прошел матч первенства Люберецкого района среди мужских команд. ФК «ЛЗОС» принимал ФК «Синие стрелы». После затяжной атаки «ЛЗОСа» гол в ближний угол ворот забил Дмитрий Садов. С передачи Александра Алексеева гол ударом в одно касание забил Артем Павлов. Во втором тайме навес Артема Гришкина великолепным ударом с лета завершил Евгений Полянский. Навес Михаила Чудаева ударом головой замкнул Алексей Бурыкин. 4-0 победил «ЛЗОС», взяв реванш за поражение в розыгрыше кубка. Новости футбола. Хет-трик в день рождения. 3 августа на стадионе «Полет» прошел матч первенства города Лыткарино между командами «Атак» и «Кристалл ЛЗОС». Упустив несколько возможностей в начале матча, «Кристалл» смог забить. Навес с углового Дмитрия Садова ударом головой завершил Илья Сюткин. Прострел Артема Павлова завершил все тот же Илья Сюткин. Великолепный гол ударом со штрафного забил Дмитрий Садов. С передачи Юрия Золотова гол забил Евгений Полянский. Забив гол с пенальти, Илья Сюткин хет-триком отметил свой день рождения. 6-й гол в ворота команды «Атак» забил Юрий Татаркин. Во втором тайме с передачи Бориса Васильева гол забил Артем Гришкин. Следующий гол дальним ударом забил Юрий Татаркин. Далее зрители увидели автогол. Команде «Атак» удалось размочить ворота «Кристалла». Гол с пенальти забил Константин Майоров. И вновь зрители увидели автогол в ворота команды «Атак». После удара Виктора Букиевского мяч попал в перекладину, а первым на добивание успел Илья Кочин. 10-2 победил «Кристалл ЛЗОС». Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Лыткарина спортивная» компании «Славянское подворье Л». Роман Завьялов, Александр Тестов, Алексей Устинов, телеканал «Лыткарин».